Все, мои хорошие, я пошла на завтрак. Волосы чуть-чуть высохли после моря. Телефон зарядила. Пошла на завтрак. Пошла на завтрак. Вот и я. Как красивая. Счастливая. О, знаете, вот все хорошо. Вот идеально, понимаете? Идеально. Господи, пускай так оно и будет. Пускай, пускай, пускай. Сейчас покажу, чем будет кормить. Я с моря шла, люди уже завтракали. Отключусь ненадолго. Завтрак здесь не по системе. Шведский стол здесь. Обыкновенный завтрак. Ну, сейчас принесет, сказал. Я ему сказала, какой мне нужен кофе. Так, буду я завтракать вот здесь. А нужно самому, да, завтрак? А, принесут? Прекрасно. Прекрасно. Ой, какая красота. Какая красота, вы посмотрите. Какая красота. Ну, какова красота. Все завтракают. Никуда вот не сесть. Вот сюда. Посмотрите на мои длинные ноги. Ну а почему нет? Очень даже. Буду сидеть здесь. Вот. Слушайте, у меня горло вообще не на шутку. Ой. Я буду завтракать. Так, а здесь еще можно выбрать. Не шведский стол, видимо. И из-за коронавируса в том числе. Это 100%. Я не могу понять, там девушка с ребенком, она русская или нет? Ракы 30 лир. Слушайте, надо попробовать ракы, наверное. Надо попробовать. Надо насмелиться попробовать ракы. Анка, подожди, пиво сколько стоит? 24 лиры. 240 рублей. В баре пиво 500 миллилитров. О, несет завтрак. О, я думала, он мне. А он мимо парень-то. Это мне? Ого. Да я шокера дарим. Так, ага. Хлебушек. Кофе моё? Кофе есть. Кофе. Угу. Отлично. Сол? А, сол. Тузлу. А? Нет. Okay. Нет. Сахар не надо. Видимо, спросил, переставить ли вот с того стола. Потому что на ту сторону смотрел. Так, кофе, хлеб. А с ней принесут завтрак. А, горячо. Прикиньте. Ой, там мне несут. Ага, одна тарелочка для меня. Ого. Ого. Спасибо. Это мой завтрак. Это мой завтрак. Хорошо, что я с собой колбасу взяла, да ведь? Хорошо, чтобы я не пропала. Как хорошо, что рядом есть кафешки, где продают традиционный турецкий прям завтрак. Ну, а тут по-другому нельзя. За такую цену очень удивительно то, что они это завтрак вообще. 89 евро. 4 ночи завтраком. В центре Алании, я повторюсь.
О, салфеток нет. А, пардон? А, пич и теплис. Принесут салфетки. Спасибо. Сказала половину на английском, половину, блядь, на этом, на турецком. Я такая счастливая. Я прям счастливая, прям вот очень. Что еще надо? Вот скажите, что еще надо? Ты проснулась у моря. Ты проснулась у моря. Маслины пойду куплю в Мигрос, много. Никак не поставить эту камеру, чтобы было видно и тарелку, и... Никак не поставишь. Мне так нравится, знаете, смотреть, люди ходят. Вообще, блядь, другая жизнь, понимаете? Этот мужик, он кажется, он немец. Да, кажись, он немец. Так, арбузик. Арбузик у меня и там в номере есть. Это масло, да? Это масло. Это масло. Это мед. Это джем. Это шоколад. И типа какао. Как мне будет вкусно сейчас. Вилочки маленькие, уродские. Это ерунду, это вот я... Ну-ка, подожди. А что такое? Это вот. Такие турецкие кушанья. На вкус точно такой же, как и выглядит. Короче. В следующей жизни это буду есть. Когда я стану кошкой. Идеально. У меня дома даже такого нет. А, покажу. Прикиньте, на такую улочку завтракать. Ты малышка. А, осторожно. Всем тащат тарелочки. В общем, я кушаю, я завтракаю.
Наплавалась? Я час плавала. Угу. Море штормит? Капец. А зачем пойдем на море? Жара с утра. Ну как такое вообще? Так ведь из холодильника достали. Ни хера не достается. Угу. Такой батончик. Ну ладно. Достала все из вазочки. Сырок, колбаска, хлеб просто утопает, мягкий и хрустящий, хлеб очень вкусный в курице. Угу. Ну, была первая ночь, но заплачено за 4. Надо посмотреть, наверное, еще один, вот этот отель. Или остаться здесь. Здесь тоже хорошо. Очень даже. Угу. Завтрак сам по себе скромный, но в принципе он сытный. Я наслаждаюсь этими видами. Это обалденно. Кстати, я сижу, смотрю. Совершенно другая жизнь. Не на балконе, как я сижу. А тут совершенно, понимаете? Люди ходят, заселяются, выселяются. Прям, знаете, прям вот тусовка. Там люди ходят. Этот с металлоискателем идет. Эти выселяются. Тут флажки. Там вообще жизнь своя. Арбузы очень сладкие. Как классно, что у меня везде здесь кафешки. Что у меня везде кафешки, магазин Мигрос.
меня все есть, понимаете? У меня есть все. Я живу в раю. Я в раю, реально. Попросила только что еще один стаканчик кофе сейчас принесет. Нет, этот заканчивается уже. С молочком. Ой. Какая красота. Какой вкусный хлеб. Девка даже на улице в маске идет. Ну как? Это что такое? Еще с крекером, да? Что-то такое. Не могу понять. Здравствуйте. Афетолсон. Ну, женщина вообще в носках спустилась. Просто спустилась в носках и вот сидит. Сейчас покажу. Вот видите, она вообще в носочках. Просто в носочках, с корзинкой. Это она мне сказала Афетолсон. Смотрите. Сейчас спрошу, как это называется. Еще кофе попью. И пойду лягу. А что лягу нет, я лучше пойду на море. Я лучше опять пойду перейдем в свой. О, еще кто-то. А, сейчас спрошу. Да, Тим О. Name? Банана, пудинг. Банана? Я, пудинг. А, пудинг банановый. А. Угу. Я даже бы не поняла, что это банановый пудинг. Это оказывается банановый пудинг. Вот он мне принес еще кофе. Горячее. Допиваю еду. Никаких, блядь, пудингов. Так, можно попробовать джем. Да? С хлебушком. Это, если честно, я так-то уже напоролась. Я выпила стакан айрана. Вот это вот все убираю. Банановый пудинг оставлю. Тарелку уберу. Некрасиво, да, получилось? Уберу тарелку, буду крошить на стол. Ладно. Так, сейчас я буду. Давайте пробую что. Мед, масло не буду. Шоколадное, ну такое себе. Попробую мед, я вам скажу. Какой медочек. Кошка. Это, между прочим, очень хороший бренд в Турции. Вот эти вот кошка. Лукумы, кошка хорошие считаются. Прикиньте, мне принес целую корзинку хлеба, мне осталось только 3. Сколько сожрала кусков? 2? Ну, он такой вкусный. Вот реально хлеб такой вкусный. Смотрите. Он обалденный. Хлеб просто до такой степени это до такой степени жарко. Посмотрите, мягко. Угу. Сам скажу, как это на вкус. Чудно или не чудно? Мне кажется, вы сами, да, все знаете, что это чудно. Да,
это очень вкусно. Это очень вкусно. Он такой весь промасленный. Метком. Завтрак очень скромный, но вкусный и сытный. Я напоролась. Здесь даже, смотрите, салфеточница. Эфес, пиво. Кто не знал, то Эфес это турецкое пиво. Думал, это дети, это кошки. Или это дети. Или это шум и от детей, и от кошек. Ой. Я не могу, понимаете? Я не могу не попробовать еще и вот этот вот. Как он? Челек. Давайте попробуем. Чтобы знать, да? Чтобы это реально знать. Салфетку положила, чтобы не это. Прикрыть срамоту на тарелке. Джем. Варенье. Обыкновенное варенье. Кстати, через 4 дня надо девчонку написать, с которой я познакомилась в автобусе, которая из Эстонии. Они меня позвали к себе. Где мы их высадили? Мы дождем. Все вкусно? Сытно и полезно. У меня телефон только что маякнул, что у меня зарядки 14%. Бля, я не могу, я нажралась. Я реально нажралась. Ах, сука. Ну, голодный никто не уйдет, вы понимаете? Меня все устраивает. Напишите свое мнение. Допустим, в Алании в разгар сезона. Это июль. Это середина июля. Я сейчас вспомнила, что середина июля, 15 июля 2018 года я в Сочи прилетела. Угу. Сейчас прям вспомнила. Куражилась я. А потом в Сочи побыла 4 дня, а потом в Грузию поплыла. Смотрите, Турция, Алания, середина сезона, я живу в центре. Номер вы видели, 4 ночи, бронировала сама на букинге, 89 евро с завтраком. Завтрак тоже видели. Как? Ну согласитесь. Я не знаю, дешевле только даром. Бля, я реально нажралась. А вот, видите, считай, у меня колбаска есть, две подложки с салями. Кстати, сейчас ногти приду подстригу. Уже потому что выросли, уже это. А они еще подрастут, они еще быстро. Они, знаете, они очень быстро растут, на море тем более. Сейчас я их такие щипчиками, щик-щик.
пока телефон заряжается. Так вы про... Блядь, какая я ловкая. С таким умом и на свободе. Все, мои дорогие, все. Все, эти пудинги, я вот такое не очень ем. Так. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Все. Завтрак закончился. Как вал ты фириш? Ты шикир одарим. А вы ставимся? А, нет, нет. Я... Нет, смотри. Да. Все. Чок лезет ли? Прям реально вкусно. Реально сытно. Да. Все. Мои хорошие. Я пошла. Я пошла заряжать телефон. И на море. Вот. Прикиньте, какой отель клевый, а. Прохладненько. Кстати, у нас вот эта вот улочка, здесь тенек. Здесь тенек, даже когда жарко. Можно с моря прийти, сидеть здесь, чай попивать. Ну там. Чай попивать. Ну, вот, знаете, вот такое. Все, мои любимые. Капец. Да надо же было так простыть. Больше никогда холодное пить не буду. Такие вот сквозняки, эти кондиционеры. Свет горит. Чего не экономим? Красота. Красота. Слушай, я его вчера включила, это было невозможно. Это было просто невозможно. Купальники сушатся. Вот здесь вот вчера парень лежал голый. Вот прям вот здесь в окне. Все сушится. Все сушится. Это моя маечка, в которой я спала. Это маечка, в которой я ходила на море. Короче, все. Из Турции с любовью. Оставлю телефон на зарядку. Кстати, розеток тьма. Розетка здесь, розетка вон у того изголовья. Розеток тьма. Розетка в ванной. Розетки везде. Все.